Итак, мы продолжаем читать книгу нашего учителя Равицка Казильбера «Первый шаббат в лагере». Моя жена потом шутила: «С курорта не пишут таких писем, какие я писал из лагеря. Здесь очень хорошо. Хожу в туалет, когда хочу. Весь день работаю на свежем воздухе». Когда меня привели в лагерь, подошли двое заключенных, и один из них спросил на идыш: «Аид?» «Да». Он говорит: «Чем помочь?» Я отвечаю: «Не хочу работать в шаббат». «Ладно», говорит, «в пятницу 6, то есть в смысле вечером, придешь, будет тебе больничный». Я очень обрадовался, но воспользоваться бюллетенем не пришлось. Почему? Потому что я по-настоящему оказался в больнице. Меня направили на лесоповал. Вдвоем с напарником мы должны были таскать и складывать бревна. Чтобы уложить бревно, мы по узкой доске поднимались наверх штабеля. Он впереди, я сзади. А подъем был крутой. Я боялся упасть и шел очень осторожно. А напарник заметил это. И как только я ступал на доску, начинал на ней приплясывать, чтобы меня напугать. Так он плясал во вторник, в среду, а в четверг я сорвался и упал вместе с бревном. Счастье, что очки сразу свалились, а то остался бы без глаз. Ну, расшибся я основательно. Если судить по тому, что продержали меня в лагерной больничке 3 недели, а там просто так не лежат. Левая рука у меня до сегодняшнего дня не восстановилась полностью. Я лежал забинтованный и себя не помнил от радости. 3 шаббата свободен. Найди я клад в $1 000 000, и то, наверное, так бы не радовался. Но прошли 3 недели, и вот меня выписывают. Да еще перед самой субботой. Ну, что делать? Когда меня в субботу погнали работать, я сказал, что у меня еще болит рука. И бригадир обратился к врачу и спросил у него, как он. Раз я выписал, значит, может работать. И тогда бригадир стал меня бить. Я убежал и спрятался в сломанной лодке. Их там было много на берегу реки, а река тоже была в зоне. Река тоже в лагере. 12 часов, идут обедать. Слышу, один заключенный говорит: «Смотри, кто-то лежит в лодке. Что делать? Если охранники меня обнаружат, не избежать обвинения в саботаже». Вижу, прямо ко мне, в сторону лодки, идут несколько заключенных, и среди них тот самый еврей, который обещал мне больничный. Семен Семенович. Это был Семен Семенович Лукацкий. Он был еще достаточно далеко, но в пределах слышимости. Я подумал, он все-таки одессит. Идыш, наверное, знает. И я шепчу: «Семен Семенович! Фарклаб зейдемкоп!» Заморочим голову. Ну, это чтобы меня не заметили. А в ответ раздается бодрый голос. «Между прочим, сегодня в газете статья великого Сталина». Естественно, заключенный не может называть Сталина товарищ Сталин. Ну вот. «Экономические проблемы при строительстве социалистического общества». Такая глубина мысли. Хотите, почитаем? Кто посмеет отказаться? Остановились. Он начинает читать и комментировать. Болтает, болтает. Вдруг я слышу, как говорит известная латинская пословица «Bald sich in zweit Ort». На идыше: «Спрячься в другом месте». И чтение продолжается. Но я потихоньку выбрался из лодки, прошел 100 метров и спрятался под другой. Была осень,
шел дождь. Много часов я пролежал в лодке, не поднимая головы. А здесь я сделаю отступление. Всегда, когда у Равицкака появлялась минута свободная, он наизусть повторял Мишнаёт. Я понимаю, что там, может быть, половину Мишнаёт Шаса он повторил. Ну вот, кончался рабочий день. Без четверти пять прозвучал гудок отбоя. А я все лежу, ничего не слышу. Интересно, какую Мишну повторял Рав Ицхак. Заключенных выстроили, пересчитали. Одного не хватает. Стали искать и нашли меня только через 45 минут. 45 минут люди стояли под холодным дождем, а в столовой еда остывала. Вы представить себе не можете, что творилось, когда меня нашли. Каждый готов был разорвать меня на миллионы кусков. Из-за этого жида столько мокнуть. В столовую опоздали. Я с ужасом думал, ведь это только первая рабочая суббота. Первые три были в больнице. В этот вечер я читал слихот. Обычно ашкеназские евреи говорят слихот за 4 дня или за неделю перед Рош-Ашана, перед нашим Новым годом. А Рош-Ашана – это день суда. Так сосредоточено, может быть, я молился только до этого один раз в жизни, когда в столбищах, когда был страшный мороз и не было хлеба, я сбился с дороги и провалился в снег и начал замерзать. Меня не покидала мысль, что Творец укажет мне путь. И я опять увидел, что есть тот, кто слышит молитву. Кончил я молиться, выхожу на улицу и встречаю Кольку Нарядчика. Нарядчик – это человек, который направляет на работу. И я говорю ему: слушай, Коля, ты видишь, с бревнами у меня не получается. Я хочу другую работу. А он спрашивает: какую? А Лукацкий меня уже научил, как просить. «Надо, чтобы ты ни от кого не зависел», – сказал он. «Есть работа – носить воду». Вы понимаете сами, водопровода там не было. Конечно, натаскать воду для 3000 человек одному трудно, но если ты будешь один, как-нибудь выкрутишься с твоей субботой. Поэтому я сказал Кольке: я хочу носить воду. А он говорит: а что я с этого буду иметь? 25 рублей, говорю. И тут же вручаю ему задаток – 15 рублей. С того вечера у меня появилась возможность не работать в субботу, и я носил воду до конца срока. А сейчас я вам хочу немножко рассказать про Лукацкого. Он был старый коммунист из Одессы. Оставил семью, поехал в деревню проводить сплошную коллективизацию. Тогда Сталин сгонял крестьян в колхозы, а они как могли сопротивлялись. 3 года там провел Лукацкий, чтобы довести весь район до нужной кондиции. Не видел и не понимал человек, что делает. Взял большой грех на свою душу. А сел он за какую-то финансовую ерунду. Он был директором типографии. И в лагере был такой же. Остался коммунистом на всю голову. Дай поговорить о марксизме, ленинизме. Но в лагере мы сблизились. И потом продолжали встречаться на воле. Я очень жалел его маму. Она тяжело переживала, что ее сын женился на русской, и внуки у нее не евреи. Тихий, покладистый парень. Сын очень любил детей, дорожил семьей. Ну что здесь поделаешь? А я ей сказал: ничего, уладится. И вдруг ни с того ни с сего жена Лукацкого взбрыкнула и потребовала развод. А вторым браком он уже женился на еврейке. Осуществилось мое благословение. А Семен Семенович, выйдя из лагеря, уже зажигал ханукальные свечи и стал понемногу исполнять
заповеди. Итак, история лагеря. Равицкак никогда не рассказывал про себя и про лагерь, пока он не приехал в Америку. И Равицкак Гутнер, один из великих мудрецов поколения, он сказал ему, что он обязан рассказывать об этом. И он начал рассказывать. Итак, будни и праздники в лагере. Спустя несколько недель после моего прибытия в лагерь наступил праздник Рош ха-Шана. Молитвы я знал наизусть, но все-таки хотелось иметь сборник праздничных молитв – Макзор. Кто-нибудь еще мог по нему молиться? Верьте, не верьте. Но Макзор мне принес секретарь парторганизации лагеря, еврей Вишнев. Как я не побоялся прийти к нему с такой просьбой, не знаю. А я убедился, что он, несмотря на коммунистическое воспитание, человек очень честный и порядочный. Когда нас никто не слышал, я с ним спорил даже о Сталине. Есть ли у него пророческий дар или нет? Сталину приписывали самые исключительные качества, включая провидение. И опровергать это было смертельно опасно. Не знаю, действительно ли Вишнев так думал, но вот как он мне объяснил про плохое отношение к евреям. Представь себе, что у отца есть два сына. Один работает, делает все, что требуется, а второй отлынивает, любит пенки снимать. Наступает праздник. Кого отец посадит во главе стола? Того, кто отлынивает, или того, кто честно работает и старается? Русский народ строит социализм, а евреи отлынивают. Они и в торговле, они и в науке. Тем не менее, я его спросил, если я дам вам адрес и попрошу принести книгу, принесете? Принесу, ответил Вишнев. И он принес мне, кроме Макзора, три раздела Мишнайот в одной книге и весь Танах, а также карманного формата Агаду. Агада – рассказ об исходе евреев из египетского рабства. Передавая книги, Вишнев предупредил, даже если тебя будут резать на куски, не говори, кто тебе их принес. А в 92-м году, через много лет, почти 40 лет, после этих событий, я проводил Седер Песах в Ешиве в Москве, в Ешиве Торат Хаим, и стал рассказывать, как я проводил Седер в лагере, и вспомнил Вишнева. А двое людей, которые присутствовали на Седере, они были супругами из Казани. Они вернулись домой, нашли сына Вишнева, сам Вишнев уже умер, и рассказали ему, что произошло. И сын Вишнева тут же приехал в Москву, чтобы повидаться со мной. Он обнимал меня, плакал и говорил, мне тогда было 5 лет. Но я помню, как папа рассказывал, что в лагере есть один еврей, который никогда не работает в субботу. Ну, я с ним немножко позанимался, почитал Танах. Он слушал внимательно, с интересом. Я научил его сказать кадыш. И на ближайшей молитве в Ешиве он прочел кадыш за отца. Ну что? Не пропала доставка Макзора? Просто так. На том свете не пропала. Один этот кадыш что стоит? А на днях этот сын Вишнева, Йосип, позвонил мне в Иерусалим и попросил молиться за него. Ему предстояла тяжелая операция. Значит, лагерь тоже был не зря. Может, я и сидел для того, чтобы сын Вишнева позвонил мне с такой просьбой. Итак, этот Макзор, молитвенник на Рош ха-Шана у меня был в первый день. И я собрал несколько евреев,
чтобы мы тайно молились. Едва мы закончили вечернюю молитву, в лагере вспыхнул пожар. Мгновенно началось столпотворение. Лагерь весь в дыму и огне, заключенные мечутся, охрана кричит, паника. Усилия надзирателей были направлены не столько против пожара, столько против заключенных, как бы они ни разбежались. Нас загнали в какую-то комнату, полную дыма, и заперли. Это было страшно. Только что в молитве, в вечерней молитве Рош ха-Шана мы читали «Унетане токев, поведаем о святости этого дня, ведь он страшен и грозен». Только что мы прочитали. В новолетие приговор записывается. Сколько людей должны отойти, а сколько быть сотворенными? Кому жить? А кому умереть? Миба маим умиба эш. Кому смерть от воды, а кому смерть от огня? И тут часа не прошло, горит весь лагерь. Сгорел внешний забор, часть бараков, административных зданий. Вероятно, погибли и люди. Благословен Всевышний, я остался жив. Жене сперва сказали, что я среди сгоревших. Сколько она пережила, бедная. А в Йом-Кипур, как и в Рош ха-Шана, я постарался, чтобы со мной молились еще несколько евреев. Мы договорились, что на работу выйдем попозже, на полчаса-час. А в лагере целый день нельзя было оставаться. Мы выждали, пока все ушли, и барак опустел. Если кто-то заходил на пару минут, мы прекращали молитву. Я говорил с каждым из евреев-заключенных, что в Йом-Кипур необходимо поститься и постараться не работать. Но если уж человек обязан был работать, он должен был хотя бы что-то отложить на завтра, что можно. И с каждым по очереди. Все нашли по паре минут. Я заранее выполнил обряд капарот. Обряд искупления накануне Йом-Кипура. И вот на исходе Йом-Кипура заглянул мне один знакомый. Знакомый заключенный. «Слушай, Исаак, у меня к тебе вопрос. Работать, ты сказал, нельзя в Йом-Кипур. Есть нельзя, а курить? Ты знаешь, я сам подумал и решил, все-таки, наверное, не надо». Ничего эти люди не знали. Да, ареста этот человек был видным деятелем профсоюза. И вот здесь приводится история одних близких друзей рав Ицхака Зильбера. Это жена одного его друга. Рассказ Софи Трегер. Эту историю о моем отце я услышала от раввина рав Ицхака Зильбера. Отец был осужден на 10 лет за помощь советским евреям, которые полулегально через Львов перебирались в Польшу. А оттуда уже можно было свободно двигаться дальше, в землю Израиля, в другие страны. Во Львове они прописывались в качестве родственников к евреям, польским подданным. Но кто-то донес властям. Всех, кто стоял во главе этого дела, забрали. Папа был обвинен по 58-й статье «Государственная измена». Весь свой срок он почти отсидел полностью. А когда Сталин сгинул, получил бумажку, где сообщалось, что он реабилитирован и все обвинения с него сняты. В лагере, естественно, мой отец ничего не ел вареного. Более того, он даже хлеб не брал, потому что его резали общим ножом. И уголовники, которые сидели с папой вместе, уважали его за твердость веры. И что они сделали?
они приносили ему буханку, чтобы он первый своим ножом отрезал свою долю. А когда папы не стало, это было уже в Израиле. И мы сидели шива 7 дней после его смерти. Рав Ицхак приходил и сидел с нами. Тогда он нам рассказал эту историю, которую мы не знали. Как-то у папы в лагере выдались хорошие времена. Его приставили к котельной. Он растапливал печь по ночам, чтобы к утру вскипятить воду для заключенных. Это позволяло не жить в общем бараке и утром молиться не на глазах у всех. Но был там один уголовник, ужасный тип, который все время досаждал отцу. И вот перед Йом-Кипуром папа прямо обратился к нему. «Ты знаешь, какой завтра день? Завтра у нас особенный судный день, Йом-Кипур. Я прошу, не трогай меня. Расплачусь, чем только смогу». А тот спросил: «А что такое? Почему?» «Ты понимаешь, это особенный день. Завершается суд. Я буду молиться. Пожалуйста, не мешай мне». «А когда он начинается?» «Завтра вечером». На следующий вечер этот уголовник пришел. Папа не знал, чего от него ждать. Он просто встал и начал молиться в углу, будь что будет. До последних дней жизни в Йом-Кипур папа никогда не садился. Все молитвы читал только стоя. Это особенная вещь. Есть люди, которые принимают на себя в Йом-Кипур молиться стоя и берут на себя даже не произносить ни одного пустого слова, только молитвы и Тиилим. Так вот, этот бандит встал в противоположном углу, и все время, пока папа молился, он там стоял. То ли тоже молился, то ли охранял папу. С тех пор он его никогда не трогал. И каждый Йом-Кипур, а это было 10 лет, до самого выхода папы из лагеря приходил и стоял в сторонке. Итак, продолжает рав Ицхак. Коллективную молитву собрать 10 евреев, которые бы молились с ним, а в прошлом они все были вне этого. Итак, коллективную молитву мне удалось организовать. А вот миньян за все время заключения я смог собрать только один раз. Значит, это была коллективная молитва, но не было вместе с рав Ицхаком 10 евреев. Когда он собрал, и было 10 евреев, которые вместе с ним молились, йорцейт моего отца. Но молились или не молились, во всяком случае, доносчиков, стукачей среди них не было. Все, что мог, я старался строго выполнять. Ну вот, рав Ицхак был 2,5 года в сталинском лагере. Только в праздник Суккот, я не смог построить сукку и не смог добыть 4 вида растений. Но есть общее правило. Если выполнить мицву невозможно, человек от нее освобождается. Но если это действительно невозможно, при всех приложенных усилиях, думается, что для меня такое освобождение в этом случае распространялось. Я молился всегда в определенное время, до работы. Помню, однажды меня вызвали к начальнику лагеря, а я в это время как раз стал на Шмона Эсре. Это молитва, во время которой нельзя ни отходить, ни прерывать. Естественно, я не сдвинулся с места. Пришли снова, раскричались. Я стою и молюсь. Причем рав Ицхак молился так, что чуть-чуть двигались его губы. Сейчас я попробую показать. Приблизительно так. И рав Ицхак стоит и молится.
И тогда кто-то из заключенных сказал этому вертухаю, который пришел его звать к начальнику лагеря, есть у него это. Если он так стоит, убей, ничего не сделаешь, ты его не сдвинешь с места. Пришлось им подождать, пока я кончу молитву. Это как он соблюдал праздники, будние праздники в лагере. А на следующем уроке я расскажу, как он добыл тфилин.